На этой неделе в главном музыкальном проекте сезона шоу «Браво». Победительнице Евровидения Марии Наумовой предстоит сделать сложнейший выбор. К сожалению, здесь только один конверт. Участники проекта прервали джазовый концерт в Нарвском колледже. И виртуозная игра ведущего шоу на виолончели в Каунасе. Музыкальная битва за путевки на главную сцену шоу «Браво» продолжается. В воскресенье, 11 марта, в 20:30 на ЭТВ+.